не особо рассчитывали, но были очень сильно удивлены, очень сильно рады, когда нам все-таки сказали, что 35% первый взнос ипотеки нам как бы выделяет государство. Диана Оленчук и Арсений Чубуткин – обладатели собственной квартиры в доме на улице Космодемьянская. Молодая семья, в которой растут двое детей, Артем и Юлиана, несколько лет жила на съемной площади, пока не узнала от знакомых о госпрограмме «Молодая семья». Мы обратились изначально в администрацию, все было разъяснено, какие документы необходимы, все начали собирать потихоньку. Нас от и до вели, очень прям все понравилось, будем советовать другим. Размер социальной выплаты составил более 1 800 000 рублей, 35% от рыночной стоимости двухкомнатной квартиры, приобретенной на вторичном рынке. Остальную сумму семья скопила самостоятельно. У нас был материнский капитал, порядка 460 тысяч, были свои накопления, порядка 1 000 000, ну и остальную сумму мы взяли в ипотеку. Получился достаточно комфортный ежемесячный платеж. В городе с 2013 года мы выдали порядка 105 свидетельств по данной программе. Семья может приобрести как и первичное жилье, так и вторичное, может приобрести сейчас жилье в строящемся доме. Или же построить как бы на своей земле индивидуальный жилой дом. По условиям программы возраст одного из супругов не старше 35 лет. Оба состоят в официальном браке или у заявителя есть хотя бы один ребенок. Кроме того, все члены семьи должны быть жителями Московской области и иметь достаточный объем денежных накоплений, чтобы оплатить оставшуюся часть стоимости жилья. Семья должна иметь статус нуждающейся в улучшении жилищных условий, то есть общая площадь жилого помещения не может превышать 10 квадратных метров на человека. Для того, чтобы встать на учет в качестве нуждающихся, нужно прийти в отдел жилищной политики. Находимся мы по адресу город Щелково, улица Шмидта, дом 23. В 2022 году у нас рекордное количество было выдано свидетельств по городскому округу Щелково. 18 молодых семей в этом году улучшают свои жилищные условия за счет данной программы. Вместо квартиры семьи могут приобрести дом на своем участке в любом муниципалитете Московской области. Чаще всего молодые люди выбирают городской округ Щелково. Михаил Налетов, Валерий Жиглей, Щелковское телевидение.